Всем привет! Вы когда-нибудь ели настоящий крабовый бургер? Если нет, то вы можете это себе позволить. На самом деле ничего сложного. Ну, сложное будет только немножко в крабовом мясе. Можно взять консервированное. У нас свежее, вареное, еще дымится донжинесский краб. Немножко муки. Мазик. Но мы его в котлету добавлять не будем. Сразу предупреждаю. Яйцо. А точнее его желток. Кусочек моцареллы, свежая булочка для бургера, класс. И любимые специи, чеснок, перец, гранулированный чеснок и карри, а также кусочек лука. Ну что, приступим к готовке. Для начала нам нужно почистить краба. Для этого воспользуемся ложкой, чайной маленькой, и подостаем оттуда все замечательное мясо. Главное терпение. Просто я стараюсь это все сделать нежно. После небольших манипуляций мы получили вот такую горсточку крабового неоднородного мяса. Если вы их, крабиков, сильно заварили и они жесткие, то лучше их порубать. У нас они достаточно нежные, поэтому будем их заправлять. Начнем мы с простого. Добавим туда немножко моцареллы. Затем добавим туда от белка, мы избавляемся. Почти нет всего. Остальное нам пригодится. Сюда добавляем. Начинаем это все замешивать. Здесь у нас получилось даже многовато. Для одной порции. Так, немножко, совсем чуть-чуть муки. Некоторые добавляют в эту всю смесь майонез. Нельзя этого делать, не надо. Не делайте этого. Вместо майонеза мы сделали муку. Муку, бля. Так нельзя говорить. Вместо майонеза мы добавили моцареллу. Так, хорошо все размешиваем. Чуть-чуть еще муки. Буквально чуть-чуть. И мы доходим до такого состояния, когда нам нужно это все будет уже лепить. Да, забыл добавить. Когда мы смешали все ингредиенты, нам понадобится добавить специи. До того, как мы будем формировать котлету. Перчика немножко. Чеснока чуть-чуть. И, как по мне, так нормально карри. Ну, не сильно, но так, чтобы было вкусно. Все. Еще раз перемешиваем все. Вот, я сформировал такую вот здоровенную, очень вкусную котлету. И сейчас я положу ее на минут 15-20 в морозилку. А пока приготовим. Пока замораживается котлета, подмораживается, мы подготовим булочку. Булочку я бы рекомендовал предварительно, хотя такая
Свежая, класс просто. Я бы рекомендовал тоже поджарить. Блин. Ну я же не повар, еще и косорукий, поэтому я режу все криво. Так, булочка у нас готова, почти к использованию. Вот тут нам понадобится майонез. Когда в конце мы будем собирать гамбургер, кроме лука, я положу майонез. Не в котлету перед жаркой. Все, кто кладут или запекают в майонезе, должны гореть в аду. Все, кто запекает в майонезе, должны гореть в аду. Да, так вот, майонез и замечательный сладкий белый лук. Все, это все, что нам понадобится, когда мы будем собирать его. Все, кто хочет, может добавлять туда траву, листья, салата, что угодно, что им нравится, что они хотят. Но лучок мы предварительно замаринуем в уксусе. И это будет хорошо. Итак, мы на окончательной стадии. Вот наша котлета. Вот наша готовая булочка. Лучок уже лежит, ждет своего часа. Берем сковородку. Берем немножко оливкового или любого масла, которое вам нравится. Ничего, немножко, нужно немножко. Нагреваем его. Так. Сейчас я попробую сделать это не косорука и аккуратненько его выложить. Давай, родной. Так, пока эта штука поджаривается, я, пожалуй, положу лучок вниз сюда уже. Я его уже промыл. Да, не всем нравится жарить на оливковом масле. Это тоже имеет значение. Поэтому, если вам оливковое масло не нравится, жарьте на другом. Котлетка у нас жарится, булочка уже ждет своего часа. Все замечательно. Я тоже жду. Долго жарить этого не надо. Буквально по несколько минут с каждой стороны. Но в зависимости от толщины котлеты. Здесь это толстая, поэтому будет понадобиться минут 4 с каждой стороны. Вот котлетку я перевернул. Почти даже не косорука, потому что она крепкая. И еще несколько минут. С этой стороны, и она будет готова к употреблению. Сильно зажаривать ее не надо, это не говядина. Ну, вполне получилось легко переложить. Никаких зашкварок на сковородке нет. А сковородка почти чистая. Вот такую штуку мы получаем. Ну что, я думаю, что своим терпением я заслужил попробовать эту замечательную штуку. Что вам сказать? Это надо не говорить, это надо готовить и есть. Я специально не добавлял салат, какие-то дополнительные еще соусы, потому что это все есть в этой замечательной сочной булке. Посмотрите, она пропитывает обе стороны булочки своим соком. Тонкий вкус краба не отбит никакими соусами барбекю, сальсами или для салатов рыбных и для всего остального. Нет, чисто. Ах, это настоящий крабсбургер. Хорошего вам настроения, хорошего вам дня. Если мой рецепт оказался вам полезен,
Мне очень приятно, потому что готовить я не умею.